Привет, друзья мои, смотрите, какая черемуха. Вот будет цвести. Вот она, черемуха еще. Скоро зацветет. Красота. Тут у нас озон. Вот он, озон. А мы пошли. Пошли мы. Пошли. В тени, конечно, как сказать, это. В тени, конечно, у нас это. Холодно, да. Надо было шапку одеть, ну ладно. Это сирень у нас. Короче, ладно. Что интересно будет, покажу потом. Вот мусор снимай. Ну и мусор там тоже есть. Я отправляй нахуй в эфир. Культура наша, да? И в эфир отправляй. А что самое главное, дороги он какие? Это, Серега, главная дорога. Главная. Главная дорога. Дорога главная. Одни почки. Вся. Сходники все работали, крутились, вертелись. И город, блядь, не дышит, так только, блядь, торговля одна. Процветает и все. Одни магазины. Одни магазины. Вон там конюшня была. А это, наверное, никак не могут, наверное, кладку разобрать, да? Там склад был. Я помню, мы с дедом там принимали эти. Грибка еще советская. Как да, ее? Да, наверное, же не воровали, блядь, коротко, как сейчас все хапают-то. А спитак-то, блядь, построили, когда, блядь, как тряхануло, и все просыпалось. А на песке было все, ну. Там, блядь, не ворвало, но. Да. Грязами говорили. Вот такой вот базар-вокзал. А еще сейчас мусор покажем. Эх, люди. Свиньи. Там садик был. Это фирма. Типа остановки поставили. Типа автобусы ходят, прости господи. Му.
мусора вон дофигуще. Сколько много этих. Машина подходит, они им перебегать дорогу надо обычно. Но голову вытянет и бежит ближе к своему дому. А это смотри, даже это окна побиты, все побито. Не знаю, что. Вот у этого дома-то. Здесь, наверное, никто не живет. Понятно. И у этой вот тоже. Вот это вот. Сторона. Бежит. Привет, ребят. Вот смотрите, какие цветочки. Вот они. Вот. Такие маленькие, не знаю, как называются. Вон они какие.